Доброе утро. Поедем сейчас за травкой одной чудесной. Видел я там. Это одуванчик. Лечит все. Сейчас у меня такое болезненное состояние какое-то. Живот болит уже третий день, блин, и горло. С этим кашлем я курю. Ну вот так вот, такой вот курящий кашель надо убрать. Ну и горло, чтобы остановилось болеть. Так мне помогает, вот когда я выпью эту травку. Поехали, наберем. Ну вот тут вот, вот, громадные кусты. Будем копать корень одуванчика. Я тут вот за дровами приезжаю, забираю дрова. И увидел вот такой большой одуванчик. Сейчас копнем. Экс, поднимаем, отрезаем. Не такой он уже и большой. Просто вид такой. Второй. Сейчас копнем. Ну, тут побольше корешков. Вот наберем такие корешки. Так, ну что, продолжаем. Подвялилось все, часов 5 в теньке пролежало. Отрезаем лишнее. Вот корни оставляем, а это убираем. Поехали! Теперь это все тщательно моем в воде, чтоб не было песка, только и всего. О, какая грязная вода, много маленьких корешков. Если был бы толстенький один корешок, тогда хорошо отмывается, а так, когда много вот таких маленьких, приходится два ведра таких, а может и три, чтобы эта вся грязь ушла. Так, все отлично помылось. Нарезаем на маленькие кусочки. Не заморачивайтесь с маленькими корнями, они отсохнут. Потом все это отлетит. Все нарезано, получилось вот такое вот количество корней. Такой у меня заварничек. Беру такую пясточку, вот столечко, и туда. Сейчас принесу горячей воды. Вода вскипятилась, довел ее, ну где-то 85 градусов сейчас. Заливаем. И оставляем на часик. Ну что, приготовился уже? Стояла долго, уже почти холодная. Пробуем. Запах очень приятный. Вот тоже. И полынь тоже приятный запах. А пьется как трава. Просто горькая трава. Ну не такая, чтоб сильно горькая.
надеюсь, мне поможет. Живот заколебал уже. Ну и горло тоже пройдет. 3 дня попью и все. Потом через месяц еще раз. Отлично. А это я на печку ставить буду сейчас. Высохнет. Начну пить такой же чай. Ну, цвет, как видите, да? Такой светло-коричневый. Светло-светлый чай. Это все. Пока.